немецкие овчарки, тараконный рынок, 12 ноября 2022 года. Кабели, кабели. Игорь, им сколько сейчас? 2 месяца 10 дней. 2 месяца 10 дней, продажи. 2 месяца 10 дней, да? Да. А вот куртки. А тут бойцы, бойцы. Бойцы, штыцы, бойцы. Ох ты, это кабанище вообще. Да, эта девчонка, конечно, бомба. Девочка первая. Первая, да? Угу. Красоты, красота какая. А сколько, сколько им? 2 месяца было, 9 числа. 9 числа было для 2 месяцев, конечно, бомбезно. 12 ноября 2022 года. Одесса, тараконный базар. Вот продаются. Такие щенки продажи. Померанские шпицы. Шпицы красавчики. А какой возраст? Получается 7 недель. 7 недель. Даже 2 месяца. Через неделю будет 2 месяца. Настоящие мишки. Мишки настоящие. Такие пушистые. Очень пушистые, хорошее качество шерсти. Померанский шпиц. Это косушный, да, у вас? Косушный. Нет. Не кислушная, только вот тут да, девочка кислушная. Да, мы уже сделали как бы так. Баллоночка, пойти искать. Девочки, выбираем себе ребеночка. А у нас дома ребеночка. Так, а ну улыбайся, собака, тебя снимают. Снимают на камеру, улыбайся. Спасибо большое, до свидания. Просто так кукольно. А ты кто? Ты шпиц? Ты шпиц? Королевская. Нам уже 4,5 месяца, даже немножко больше, 4 месяца и 3 недели. А, почти 5? Полностью привит, ветпаспорт. Мальчик, это мальчик, да? Это будет миник, да, мальчик, он будет до 1,5 килограмм. Бомбезный, он просто бомбезный. И тебе тоже. Такой малюсенький. И очень шерстяной. Да, шерсть, конечно, вот красавчик. Тут будет ходить сплошная. Шершнал, все белый. Шапочка. Папа жесткошерстный, белый, мраморный, это такса, глаза такса. Это человека. Это девочка. А мама делаешь на лоцер белый. Она как у человека, она на меня смотрит. А сколько им сейчас? Они рождены 1 сентября. Пока-пока. Счастливо. Сегодня 12 ноября. Французские бульдожки. Это черно-тигровый, да? Голубая там, да, и черный, там чуть-чуть тигровый. Это голубой, как он называется, полностью окрас? Да, голубой. Голубой сверху и черные. А это мраморные. Мерле дар. Мерле? Мерле дар. Ой, да. Мерле, да? Мерле. Французский бульдожек Мерле, очень редкий окрас. Я там. Очень так не любишь. Это шотландские. У тебя шоу. Тоже вот это вот? Этот нет, вот у меня мальтийские. Нет, серебряные. То есть у тебя мальтийская баллонка. У голубой золото. Искать, да, голубой золото, да? У меня мальтийская баллонка. Ой, ты какая морда. Просто вот эти мальтизы. Золото, золото. Сейчас я раз вижу, ой, не мальтизы, а эти мальтизы. Малыши. Чихуашки, померанцы. И долю доеду. И мальтийские баллонки. У вас есть визитка фотографирована? Да, конечно. Вот, вот такие детки. Сегодня 12 ноября 2023 год. Одесса, тараконный базар. Сейчас нам дадут телефон. Если кому-то надо, можно обращаться. Чихуашки, шпицы. Чудесные. Чудесные детки. Это питомник. Тараконный базар. Собачий рынок. 12 ноября 2022 года. Одесса. О! Люда, привет! Меняют. Французики. Пойдем мы осматривать, кто что продает.